В округе продолжается проверка управляющих компаний на готовность к зимнему периоду. На этот раз посетили Пик Комфорт. Подробности в нашем сюжете. Трактора, лопаты и ломы. Вся снегоуборочная техника и инвентарь готовы к предстоящим холодам. Но чистота и порядок невозможны без людей. Поэтому ежедневно во дворах домов будут трудиться 59 дворников. На случай обильных снегопадов дополнительно выйдут еще 10 человек. Подготовку к зимнему сезону управляющая компания начала заранее. Заранее мы заказали, закупили реагенты, теплую одежду для дворников. Тут же дополнительный персонал мы набираем. У нас уже есть кандидаты, которые с 1 ноября к нам выйдут, поэтому подготовку начали заранее, не ждали снегопада. Уже есть 19 тонн реагентов, придет еще 20. Также с 1 ноября появится 2 новых «Бобкэта». Оценить степень готовности управляющей компании к зиме приехал Владимир Ружицкий. Наша задача нацелить управляющие компании на обильные снегопады. Мы будем работать совместно с управляющими компаниями, с нашими жителями. Есть очень активные жители, которые вовремя нам сигнализируют, дабы поправить ситуацию. Будем надеяться, что зиму пройдем без эксцесса. Во время сильных снегопадов компания также планирует привлекать дополнительную технику. В обслуживании «Пик Комфорт» 59 многоквартирных домов в районе Красной Горки. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.